Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать, какие возможности появились в ВКонтакте. Обратите внимание, с правой стороны у нас с вами появилась вот такая кнопочка «Подписаться». Если вы хотите быть в курсе новостей группы, узнавать, какие у меня появляются новые мастер-классы, какие новые игрушечки я создаю, и вы хотите знать, когда я проведу бесплатный вебинар, для этого вы должны подписаться, и я буду присылать вам свои новости, а также приглашение на вебинар в свою вебинарную комнату. Итак, давайте пройдем по ссылочке и посмотрим. Нажав на кнопочку «Подписаться», у нас с вами открывается вот такой подписной листочек. И здесь вам абсолютно ничего не нужно делать. Вам достаточно только нажать на кнопочку «Подписаться». И посмотрите, что происходит. Вы получаете письмо именно от моей группы. И потом в дальнейшем вы точно так же будете получать письма от группы и будете в курсе всех новостей. Если вам это не понравится, у вас будет возможность отписаться в любой момент. Зайдя опять во вкладочку «Подписаться», вы нажимаете на кнопку «Отписаться». Все, вы отписались от моих новостей, и больше вы не будете получать писем. Вот такая замечательная функция появилась, и вы можете ею воспользоваться. Будьте в курсе всех новостей. Это интересно и мне, и вам. Всего вам самого доброго!